Добрый день, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров, и в нынешнее время, время кризиса, надо принимать какие-то решения, надо думать, надо обладать информацией, этой информацией делиться. Абсолютно безусловно, все, что мы предпринимаем, на 90% оказывается ничем. Невозможно вообще быть безошибочным. И то, что мы думаем, все наши суждения, они тоже бывают ошибочные. Но дело в том, что сам процесс мышления, сам процесс принятия каких-то решений, пускай ошибочных, это уже делание чего-то. Ничего не делать приведет к ничего имению, то есть не имению ничего, то есть к смерти. Так вот, я не думаю, что сейчас пойдет речь о том, что приведет к физической смерти, хотя Бог его знает, времена у нас такие пошли, странные, но... Три совета, которые бы я хотел дать, как человек, который повидал, конечно, жизнь и во всех ее ипостасях, и во многих странах, и в той стране, которой уже нет, даже в двух таких, и Германская Демократическая Республика, и Советский Союз, и могу вам сказать одну вещь. Первое, это наблюдая за тем, что происходит в том же самом Китае, что происходит в России, я хочу сказать, что... Тем, кто имеет отношение к строительству, а это подавляющее большинство наших, не только мальчиков, но и девочек, которые здесь студенты, следует додуматься о том, что если тот крах строительной индустрии, который сейчас в слабой мере, но заметен в России, в очень большой мере заметен в Китайской Народной Республике, крах психологии, крах, ориентированный на... собственное развитие страны Китайской Народной Республики через развитие инфраструктуры, которая не нужна на данный момент, а может пригодиться в будущем, но только чтобы экономика кипела, этот крах очень легко может передаться на Австралию. Не потому, что у нас такие сильные экономические связи, а потому что те решения, которые принимались правительством, они принимались правительством не только в Китайской Народной Республике, но и в Австралии. Соответственно, вы, если как бы знакомы с Сиднеем, я не знаю, Мельбурн, Брисбен, там свои есть места, но если вы заметите ту судорожную активность наших и не наших риэлторов, те огромные десятки, сотни квадратных километров нового жилья, в котором некому жить, вы поймете, что мы уже на грани. К чему приведет обвал индустрии? Ну, к положению, которое было в 2004-2005 годах, когда, может, даже раньше, когда эта индустрия лежала. Что касается моих студентов, я уверен, что они люди подготовленные, они понимают, что есть время, когда надо много зарабатывать, есть время, когда надо много экономить. Об этом мы поговорим попозже. Но они понимают, что надо будет уходить в removals, надо будет ходить в сферу питания, всякие ресторанчики, доставку, где-то security, может быть. Соответственно, это позволит сохранить вам деньги, сохранить вашу плавучесть. Безусловно, ситуация, в которой находятся наши сейчас студенты, если мы говорим о студентах, ну не только студенты, в принципе люди, мы тратили не меньше денег на проживание и обучение, и цены были выше, даже вот просто в долларах, и цены на проживание были выше, и цены питания и так далее, они, наверное, были ниже, но незначительно. Это вообще не самые большие траты. Обучение и проживание. А тогда это было дороже. Поэтому можно ужаться до заработка 500, может быть, австралийских долларов в неделю. Этого хватит, чтобы все оплатить и достичь своего финального момента, когда вы, в общем-то, получите квалификацию, свою 485-ю, так называемую рабочую, да, визу выпускника, и останетесь в итоге в стране. Но те ребята, которые, собственно говоря, очень богатые, им будут сложнее, потому что они идут в очень дорогие учебные заведения, и, соответственно, заработка у них
не было и не будет, и на такие работы зачастую они не идут. А вот подсос из своей родной страны, наверное, у кого-то останется. Таких людей будет значительно меньше, может быть, на порядок. Остальным я искренне сочувствую, а может быть и нет. Ну, это как бы когда сочувствую, когда нет, под настроение. Поэтому все, что связано со строительной индустрией, может очень сильно обвалиться. И повторяю, вот эта лихорадочность риэлторов, когда тебе звонят люди, которые, ну не знаю, 12 лет тому назад ты был у них в базе данных, они тебе никогда не звонили, вдруг вызванивают, названивают. Это неспроста. Второе, что, кстати, как продолжение этого, я думаю, есть инфляционные ожидания. Если кто-то хочет купить недвижимость, чтобы сохраниться по деньгам, то, что я не рекомендую для того, чтобы зарабатывать, но я бы рекомендовал, чтобы сохранить деньги, это купить какую-то недвижимость где-то в нескольких часах, может, там, в 3-4-5 часах езды землю от Сиднея, от Мельбурна, где там кто живет в крупных городах, Брисбена. Ну, наверное, Брисбен в меньшей степени, Перт в меньшей степени, там и в 2 часов хватит. Вот, и, соответственно, эта земля, скажем так, прокормит и сохранит деньги, самое главное. Что касается прокормит, я думаю, что те люди, которые нужны этому обществу, это высокие технологии, это люди, которые в действительности очень нужные интеллектуалы, нужные специалисты, эти люди сохранятся, а остальные должны вообще заняться производительными какими-то действиями, перестать заниматься ерундой, которая раньше оплачивалась, потому что были излишки денег. Вот посмотрите, люди, которые делают продукты, они это делают больше забавы ради. Не так много ты на этом заработаешь. Но я так думаю, что на стройке люди зарабатывают и по 4-5 тысяч долларов в неделю. Ну, какие ведут свой бизнес, может быть, и больше. Вот так вот ребята, которые работают на крышах. А когда это пропадет, будет тяжко. Но те люди, которые делают продукты, опять-таки, я не знаю, там пельмени, блинчики, они вообще существенную какую-то денежку приносят или уж совсем удовольствие. Но необходимость в этих продуктах и вообще в каких-то существенных товарах и очень нужных услугах, это не пропадет. Я думаю, что те, кто преподают йогу, те, которые там даже, может быть, салоны красоты в какой-то степени, эти люди просядут. Те люди, которые делают очень нужные, жизненно нужные какие-то товары, услуги, те люди сохранятся. Поэтому так посматривайте, может быть, есть у вас какая-то возможность или пойти в IT-сферу, то есть стать специалистом, пусть и типа планктона, то есть такой начальный уровень. Но все-таки дело в том, что генералы IT-индустрии не будут заниматься тем, что приносит 20-30 долларов в час или там 40. Соответственно, всегда будет место для солдат. И для этих солдат IT-сферы всегда будет возможность выжить. А что касается многих остальных, кто в IT не очень, должны найти себе сферу, которая, ну, как бы их прокормит. То, что реально ценится, что реально делается и, опять-таки, что не будет затронуто крахом строительной индустрии. Внимательно посмотрите, потому что есть отрасли, которые, казалось бы, не стройка, но они связаны со стройкой. И они тоже будут, ну, какие-то смежники там и так далее. Вот. Что касается последнего совета, это экономия, которую я вам всегда советовал и буду продолжать советовать, просто потому что, наверное, я в этом силен. Мой опыт студенческий, мой опыт жизненный говорит о том, что человек на самом деле существо, которое ведет себя, если экономно, и не гадит вокруг, а гадит — это просто его продукты жизнедеятельности в плане того, что какие-то что-то недоеденное, что-то недопиленное, что-то испорченное, что-то... Вот этого не должно быть. Ваша внутренняя экономика семьи, скажем так, или ваша индивидуальная экономика, она должна быть достаточно, как говорится, нежирной, lean management. Соответственно, позаботьтесь так, чтобы вы не расходовали много материалов, много средств, много денег, в конце концов. Урежьте свои запросы, наслаждайтесь тем, что
у вас есть, когда наступает, естественно, кризис, то, что он еще особо-то не наступил. Я говорю о том, если он наступит, опять-таки. И, соответственно, это поможет вам выжить. Как я уже говорил, студенты, и не только студенты, люди-то, которые имеют гражданство Австралии или вид на жительство, они могут позволить себе жить еще экономнее. Те, у кого свое жилье, ну, скажем так, они платят за жилье, они платят за коммуникации, они платят налоги, они платят, то есть, 5-10, но, опять-таки, это не такие большие деньги. И, соответственно, эти люди могут при желании жить экономнее любого студента. Студента все-таки свобода ограничена, и за ту же самую медицину тоже надо студенту платить поболее. Ну, хотя не факт, да, медики я тоже плачу определенный процент. Вот. Кстати, надо заботиться о своем здоровье и не урезать деньги на еду. Излишние какие-то рестораны, кафешки может быть, но экономика времени страшного экономического упадка, она имеет место быть уже, и я думаю, что в будущем мы увидим это все очень скоро. Вот эти вот три совета, которые я вам дал, ну, хотите, примите к сведению, хотите, можете как бы покритиковать, это ваше дело. А я думаю, ближайшее будущее покажет, в каком мире мы живем. Спасибо.